Вы меня, конечно, извините, но это уже не ленивая овсянка. Это какой-то очень вкусный десерт. Нам понадобятся овсяные хлопья, семена чиа, какао, мед по желанию и йогурт. Йогурт можете заменить на молоко или кефир. Перемешали и оставили на минут 5. Далее чередуем слой того, что мы намутили. И слой можете взять любой йогурт. Хотите сладкий, хотите не сладкий. А можете взять вкусный творожный сыр. И сверху по желанию заливайте шоколадом. На ночь в холодильник. А утром наслаждайтесь. Всем приятного аппетита!